Здравствуйте, с вами Смитская Милана. Давайте сегодня рассмотрим, как связать вот такие простые, классические, универсальные варежки. Данные варежки прекрасно подходят как и женщинам, так и мужчинам. Детям можно связать. Вот смотрите, с анатомическим пальчиком. Вот так. Я сделала выкройки. Вот смотрите, варежки эти я вязала из стопроцентной шерсти, пряжа шотландский твид из Троицка в 100 граммах 360 метров. Вязала я в одну ниточку, вот смотрите, в одну ниточку, пробовала в две нитки, но получается грубовато. Более эстетичнее и красивее смотрится в одну нитку. Вот так. Вязала спицами номер 2,5, то есть и резинку, и основную варежку вверх я вязала спицами номер 2,5. Ничего я не меняла, и получается все прекрасно. И также набор. Первый ряд обычным способом, без всяких заморочек. То есть, вот смотрите, без всяких заморочек все прекрасно получается. После стирки резинка еще более приобретает форму, облегает руку. То есть никаких заморочек делать мы не будем. Набираем обычным способом. Как набирать и распределять петли по кругу, я подробно рассказывала, когда мы вязали с вами носки в первой части. И вот из одного моточка у меня получится две пары варежек, и даже, наверное, еще чуть-чуть останется ниточек. То есть вот эти варежки у меня получились универсальные. Я могу их носить, да, и также сын прекрасно одевает. То есть и на мужскую руку. Ну, не на мужскую, скажем так, а подростковая рука, но все равно не такая же рука, как у меня. Вот, прекрасно, универсальные, как я назвала их, получились. Давайте рассмотрим, как связать такие варежки. Вот смотрите, я приготовила выкройки и начала вязать уже и правую варежку. Вот она у меня правая, и левую варежку. Вот. И смотрите, что и как. То есть 48 петелек я набрала. Вот здесь у меня 48 петелек. Распределила на 4 спицы и провязала резинкой 1 на 1 30 рядов. 30 рядов резинкой 1 на 1 48 петелек. Далее, смотрите, я продолжила вязание лицевой гладью, лицевые петли. После резинки я провязала всего лишь 9 рядов лицевых и распределила петли для вывязывания нашего пальчика. Давайте начнем рассматривать. Давайте начнем с левой. С левой варежки я покажу, как вязать анатомический палец. Вот смотрите, 16 петелек у меня на одной спице. Это уйдут петли, потом впоследствии мы снимем их на булавку. 16 петелек на палец оставили. 17 петля, от нее будут идти прибавления. До петли мы будем прибавлять одну, чтобы у нас расширялась ладошка в эту сторону. То есть по этой стороне у нас будут идти прибавления. Будем вязать и прибавлять петли, пока вот здесь у нас не окажется 24 петли. Вот смотрите.
Вот 7 петелек у меня, затем 7, вот 7 здесь, 16 здесь и 17 петля, вот она, от нее будут идти прибавления. Это у нас левая варежка. Давайте я вам покажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот. Семь. Далее, вот где стоит скрепочка. То есть 7 здесь, если считать справа, то это 8-я петля. Если отсюда считаем, то это 17-я. То есть здесь 16, а это 17-я. А если так, то 8-я. Кому как угодно. Вот смотрите. 7 петелек. Либо 17-я, либо 8-я она у нас. Давайте, ну давайте ее определим 17-й. И чтобы формировать пальчик по левой руке, мы от этой петли будем прибавлять до нашего вязания по одной петли из протяжки. Вот смотрите, 7 петелек. И перед нашей 17-й петлей, мы ее назвали уже так, пусть она у нас будет 17-я, из протяжки перекрещенную петлю прибавляем и вот эту провязываем лицевой. То есть у нас прибавления пойдут вот сюда. И далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 петелек после вот этой петли. Вот все на схеме вот здесь. А здесь, соответственно, по верху ручки у нас 24 петли. Вот так. Это я просто для удобства показываю, так как на камеру неудобно все спицы использовать. Ну, вы возьмете, можно даже и на трех вязать, как бы, чтобы поменьше спиц в ходу было. Вот. Здесь 24. То есть пополам мы поделили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, 12. Ну давайте еще одну спицу в работу возьмем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть, как я и сказала вам, здесь 24, чтобы вы вот понимали. Далее следующие петли, то есть внутри нашей ручки, вот здесь идет работа вся. Что мы делаем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вы помните, мы одну уже петельку прибавляли. Восемь. Вот. А вот это наша 17-я, мы вот ее назвали. То есть, если мы будем считать отсюда, здесь 16, она 17-я со скрепочкой. От нее до, то есть до нее, мы будем все время вот прибавлять из протяжки петлю. И будем провязывать ее лицевой петлей, скрещенной, чтобы не было дырочки. Вот. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Уже у нас 9 здесь. И вот эта вот петля, которая у нас, от которой у нас идут прибавления на левой ладошке вправо.
Здесь 16 петелек, так они и будут идти без изменений, которые идут на наш пальчик. И вот так провязываем круг наш снова. Так, это внутренняя часть ладошки, а вот это вот 24 петли вверх ладошки. По кругу вяжем. И вот снова внутренняя часть нашей ладошки. Вот смотрите, видите? Здесь постепенно будут прибавляться петли, я отметила. Вот от этой нашей 17 петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вот смотрите, 9, они постоянно у нас уже входят постепенно в работу. И из протяжечки перед нашей вот этой вот 17 петлей, здесь 16, это 17, стоит скрепочка или маркер, и мы перед ней из протяжки делаем прибавление и вводим постепенно в работу, провязывая лицевой скрещенный. Вот что у нас получается. То есть это у нас левая перчатка будет получаться, не перчатка, а варежка, девочки. То есть, ну, перчатки-то по такому способу можно вязать. И таким образом, снова потом круг, да, таким образом мы будем вязать до тех пор, пока здесь у нас не окажется 24 петли. Вот на этой спице. Вот это по левой варежке. Смотрите, как вязать правую варежку, прибавление в правой варежке, потому что некоторые девочки просили меня показать, запутаться можно. Вот смотрите, правая варежка. Сейчас я возьму спицу. В правой варежке мы будем делать прибавление по внутренней части нашей ладошки после 17 петли. Как это происходит? Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, то есть в противоположную сторону все идет. 16, и 17 петля, вот она, вот здесь у нас на правой варежке. И прибавление мы будем делать после того, как мы провяжем эту вот эту петлю 17, лицевая, то есть 17, где скрепочка, и после нее из протяжки делаем лицевую петлю, вяжем за скрещенной, и постепенно у нас прибавление будут идти теперь в эту сторону, видите?
и пошли. То есть здесь уже у нас будет не 7, а 8 петелек, так как будут идти прибавления. То есть все наоборот. Вот так, это внутренняя часть. А это верхняя часть варежки. 24 петли вот здесь. И вяжем круг. Двадцать четыре петли — это верх нашей варежки. Все, далее опять внутренняя часть руки. Видите, теперь на правой варежке вот здесь у нас 16 петелек. Вот 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17, вот эта петля со скрепкой. Теперь после нее, вот она, 17 лицевая, и после нее теперь будем постоянно делать прибавление из протяжки. Извините, девочки, на камеру не очень удобно, так как спицы длинные. После этой петли из протяжки лицевую скрещенную будем провязывать, чтобы не было дырочки. А эту уже вводим тоже постепенно в вязание. То есть вот здесь у нас уже будут идти прибавления петель. Вот смотрите. Видите, вот сюда пошли прибавления петель. Здесь у нас не меняются петли, как есть 16, так и идут. А здесь от этой петли, от 17 влево, идут прибавления. То есть это правая перчатка у нас, вот пальчик будет, а сюда расширение. Вот так будете прибавлять, пока с этой стороны, вот на этой спице, не окажется 24 петли. Я показала принцип прибавления петель на левую и правую варежку. Встретимся с вами тогда, когда у нас здесь будет по 24 петли. Вот здесь и здесь. Вот смотрите, что получилось после того, как мы прибавили петли на ладошках. Вот это правая рука. Вот это левая варежка. Здесь я уже сняла петли на палец и провязала 30 рядов после. Давайте я покажу, как мы это все делаем. Вот смотрите, здесь у нас на этой спице оказалось 24 петли, здесь 16, и вот эта вот петля, от которой мы делали прибавление, 17. Вот эти вот петли, которые мы оставляли на пальчик, 16, мы снимем на булавочку или на дополнительную спицу. Ну, я решила так, что вот эту вот 17-ю мы тоже заберем в пальчик. Давайте. Вот снимаем дополнительную спицу, либо булавку. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.
и вот эту 17-ю давайте заберем в пальчик. То есть вы уже сами для себя решите, уже будете смотреть по ходу, либо в пальчик заберете эту петельку, либо на ладошке оставите, не 24, а 25. Это уже, ну, сами фантазируйте, примеряйте и смотрите, как вам, вас устроит. Вот такая конструкция у нас получилась. То есть 17 вот здесь, 24 здесь, 24 здесь петли. И что мы делаем? Вот видите, на левой ладошке я уже все сделала. Я добавила вот здесь, вот в этом районе, 4 петли, чтобы было комфортнее, когда вы будете одевать варежки, носить, и чтобы было комфортнее вот здесь, в этом районе, мы добавим 4 петли. Добавим вот таким образом, смотрите, вот. Раз, два, три, четыре. Все. И продолжим вязание по кругу. Вот так. Постарайтесь вот так стянуть хорошенечко вот здесь. Продолжаем вязать по кругу. 30 рядов в высоту. Это у меня так. Вы же будете делать по своей ладошке. Просто почаще делайте примерки, чтобы было видно, сколько вам нужно связать высоту петелек, рядов. Вот, давайте еще одну спицу возьмем, чтобы было удобнее. Это я делаю для того, чтобы спицы не шумели, поменьше стараюсь спиц в работу вводить. Вы же вяжите так, как положено. Вот. То есть вот так. Ничего сложного, по кругу будете вязать дальше, продолжать. И вот эти вот 4 петли, которые мы с вами делали воздушные, дополнительные, мы будем вязать их скрещенными. Раз, два, три, четыре. И далее снова продолжаем вязание, тянем снова вот так, поплотнее подтягиваем вот эту первую петлю, придерживаем и снова пошли вязать круг. Вот, вот что получается. И таким образом мы будем вязать высоту 30 рядов. Вот смотрите, я здесь, вот это правая перчатка. Вот здесь мы прибавили вот в этом районе 4 петли. Вот, чтобы вам было понятно по схеме. 4 петли. И будем вязать по кругу 30 рядов до тех пор, пока вот нам не нужно будет убавлять.
То есть вот так, левая варежка у меня уже связана. Вот видите, давайте я покажу. Вот такая конструкция получается. Вот, чтобы было понятнее. И уже можно убавлять петли. Давайте я расскажу, как убавлять. Вот смотрите. Делим пополам. У меня вот, вы знаете, какое количество петелек. У вас будет свое, либо такое же. Поделили пополам. И в конце спицы первой мы вяжем 2 петли вместе с наклоном влево, получается. И в начале следующей спицы вяжем 2 петли вместе с наклоном вправо. То есть вот как домиком по 2 скрещиваем. И тоже самое аналогично с этой стороны. То есть вот я вам на схеме сейчас покажу. Вот, допустим, это у нас варежка одна. И вот видите, 2 петли здесь вместе с наклоном вправо. Здесь 2 петли с наклоном влево. Здесь 2 петли с наклоном влево, а здесь наоборот вправо. И вот получаться будет вот таким образом убавления. И начинаем убавление нашей варежки. Вяжем 2 петли вместе с наклоном влево в конце спицы. И в начале следующих петелек наших вяжем 2 вместе с наклоном вправо. Вот так. И продолжаем вязание. Вот снова конец вязания у нас. Мы определились, что мы вяжем 2 петли вместе с наклоном влево. Снова у нас начало спицы нашей. Мы вяжем 2 петли вместе с наклоном вправо теперь. То есть навстречу. Вот. И продолжаем вязание. Все, тоже самое делаем. 2 петли вместе с наклоном влево. Далее начало нашего вязания по боковой, да, стороне варежки. 2 петли вместе с наклоном вправо. И продолжаем вязание. Таким образом будем завершать варежку. Способов убавления очень много, но я вам показываю вот такой способ. Тоже можете так, перевязала одну, 2 в конце петли. Вяжем 2 вместе с наклоном влево, 2 в начале следующей спицы петли, вяжем 2 вместе с наклоном вправо, вот так, и продолжаем вязание.
продолжаем вязать. Снова у нас 2 петли в конце спицы. Вяжем их 2 петли с наклоном влево. И вот смотрите. Постепенно у нас пойдут убавления. Вот. Таким образом. То есть вот так. Таким образом можете вязать до конца, пока на спицах не останется 4 петли. Вот останется 4 петли, вы их просто стянете. Либо же, еще раз повторяю, вот таким способом. 10 здесь оставите, 10 здесь. И потом просто вот так по прямой, по 2 петли свяжете и закроется вот так по прямой у вас варежка. Это уже фантазируйте сами, как вам больше нравится. Вот получается вот так. Смотрите, вот что у нас получилось после убавлений. Когда у меня осталось 4 петли, я просто их вот здесь вот собрала крючком и стянула. Хвостик потом я уберу вот так. Далее пальчик. Вы помните, что у нас на пальчик осталось 17 петелек, 16 мы оставляли, и вот эта одна лишняя, которая была, мы забрали сюда. Далее 4 мы прибавляли вот здесь по внутренней стороне пальца. Мы добрали эти 4 петли из протяжек, и еще дополнительно вот здесь 2 и здесь 2, то есть 4 и 2. Получается 6 петелек мы вот здесь вот вокруг пальчика еще добрали. То есть 4, которые мы делали воздушные, и 2 вот здесь по бокам. И в общем итоге 17 плюс 6, 23 петли у нас здесь получилось. Вот такая конструкция получается. И далее. Продолжаем вязать по кругу. Сейчас я вам еще один момент покажу. Вот смотрите, вот здесь у меня, допустим, все в норме. Я померила, посмотрела, все в норме. Вот здесь лишнего ничего нет. Но бывает такое, что вы вот, допустим, оставили петли, вот здесь добрали, связали 2-3 круга, вот допустим я сейчас, ну, мы 2 связали с вами, померили и смотрите, ага, вот здесь у вас, допустим, что-то лишнее, вот здесь чуть-чуть лишнее. Ничего страшного не будет, если вы вот сейчас вот уберете здесь одну петлю, допустим, здесь одну и здесь одну, и подкорректируете по своему пальцу, и дальше продолжите вязание. То есть у меня вот здесь не нужно ничего убавлять, так как все идеально. Но бывает такое, что вот здесь немножко лишнее, и в первых, и во втором или в третьем ряду можно убавить несколько петелек. Это уже будете смотреть так, как вам нравится. Чтобы, если вы любите, чтобы варежка облегала, то есть уберете несколько петелек, ничего в этом страшного не будет, и продолжите вязание. Допустим, у меня 20 рядов, это где-то вот столько будет, и потом начнете убавлять на в конце для пальчика, вот чтобы было красивое закругление. То есть делите эти петли на 4 части, и потом в начале спицы, в конце спицы убавляете по 2. Снова в начале спицы, в конце спицы убавляете по 2. Снова в начале спицы 2 убавляете, в конце спицы 2 петли. В начале спицы убавляете 2 петли, в конце спицы.
И так будете убавлять, пока у вас не останется 2 или 4, ну, у кого как. Вот. Потом стянете эти петли и все. В общем, ничего сложного далее нет. Только почаще примеряйте и смотрите, как вам комфортно будет. Надеюсь, это видео было понятным, полезным. Спасибо за внимание. До новых встреч!